На ледовой арене ФОК «Новатор» встретились две сильнейшие хоккейных команды. «Комар» играет со сборной ветеранов спорта городского округа. Несмотря на то, что матч дружеский, участие здесь важнее победы, химкинская сборная с первых минут ведет счет. За первый тайм команда «Комар» так и не смогла забить ни одной шайбы в ворота противника. Но во втором периоде на лед вышел народный артист России Андрей Соколов, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. Наши пока немного проигрывают, но это тактика такая. Сейчас мы дадим, так сказать, знаете, как рыбу ловят. Сначала дать небольшого червячка, заглотишь, а потом сейчас порвем. Химкинская сборная выбрала агрессивную форму игры. Большую часть матча хоккеисты провели на поле противника. «Комару» оставалось лишь защищать свои ворота. Пришел сегодня вместе с детьми посмотреть хоккейный матч двух замечательных команд. Команда ветеранов хоккея «Хима» и команда также наших артистов, команда «Комар». Это артисты Московской области. Я думаю, что матч будет интересный, занимательный. Ну и, конечно же, люди дружба. Матч объявили благотворительным и приурочили к Международному дню кино и дню рождения отечественного хоккея. Я, наверное, жду, что должна победить дружба в первую очередь, потому что люди, которые хотят дружить и общаться, сегодня собрались на товарищеский матч. Ну да, наверное, кто-то выиграет. Вот. Ну, я думаю, я бы ждал, чтобы была бы ничья дружеская. Ну, о ровном счете команда гостей могла только мечтать. Игра закончилась со счетом 8-3 в пользу «Химок».